Студенты кировских техникумов и колледжей приняли участие в областном первенстве по легкой атлетике. Соревнования начались сегодня и продолжатся в течение 2 дней. За это время более 300 спортсменов примут участие в забегах на короткие и длинные дистанции, посоревнуются в прыжках в длину и высоту, а также узнают, кто лучше толкает ядра. Такие соревнования входят в программу ежегодной спартакиады среди средних учебных заведений. Спортсмены здесь принимают участие как в личном, так и командном зачете. Результаты в каждой дисциплине будут учитываться при подведении итогов всех соревнований между вузами в течение учебного года. Соревнования очень многочисленные, что говорит о том, что популярна легкая атлетика в этих учебных заведениях. Есть ребята здесь, которые занимаются легкой атлетикой, в частности, в нашей спортивной школе и в других спортивных школах города Кирова. Неплохие результаты показывают.